сегодня отличный вечер. Мы сегодня в Сочи. Такой выпуск лайтовый будет. А еще мы поедем на великов. Стоят они, конечно, прилично. Мы еще неопытные в прокате велосипедов. Я 100 лет не ездил на велосипеде. В общем, спасибо. Здесь, кстати, в Блэкстаре цены такие же, как в Москве. Вот он, прокат. Он мне больше всего понравился. Здесь большой выбор велосипедов и таких, как нам нужны, с детскими креслами. Мы приступили к выбору. Ни в одном кресле нету ремней. Тём, все, поедем, Тём? Да, наконец-то! Так, держимся. Оп! А, чуть столб не врезал. Извините, пожалуйста, я вчера права только получила. Я сама сегодня утром. Боишься? Мне уже срака болит. И все, дальше начинается Абхазия. Видали, да? Вы видели ее лицо. Сегодня отличный вечер. Мы сегодня в Сочи. Такой выпуск лайтовый будет. А еще мы поедем на великов. Вот, мы сейчас поедем кататься на велосипедах. И, возможно, здесь побудем до самого-самого вечера. А потом уже уедем домой к себе. Где наши-то? Наших забыли. Каршеринга по велосипедам здесь очень много. Можно взять через приложение. Через приложение, да, берешь? Да. Вот. А можно прям в точке проката? Папа, вот. Нет, Тём, здесь через приложение. Мы будем брать в точке проката. В общем, спасибо. Да. В общем, сразу по минусам проката, если вы берете в прокат велосипед в какой-то будке, да, то вам нужно покататься и в эту же будку сдать. А если вы берете на стойках через приложение, то на любой стойке, где вы едете, вы можете также и оставить его. То есть это гораздо удобнее. Боюсь себя вели хорошо. Еще пацанчикам водичку. Мишка, да, мимишка твой. Все, теперь идем кататься. Угу. Так, браслет, ой, пошли. Смотри, у меня браслет в бутылке. Пойдемте. Блэкстар бургер. В каком городах нету Блэкстара, приезжайте на Черное море в Адлер. И здесь есть Блэкстар. Детишек своих, пока вы кушаете, сводите в парк динозавров. Он сразу за Блэкстаром. Здесь, кстати, в Блэкстаре цены такие же, как в Москве. Вот он, прокат. Он мне больше всего понравился. Здесь большой выбор велосипедов и таких, как нам нужны, с детскими креслами. Навигация. Отлично, здесь принимают по картам. Еще можно взять электротехнику. Все, будем выбирать велосипед, Артём. Ай. Здрасте. А что по ценам у вас? 150? Вам рекламу сделаем бесплатно. Мы приступили к выбору. Не, вот нормальный. Ну вот. В общем, здесь велики, они все высокие, Насте точно будет ни о чем кататься. А еще ни в одном кресле нету ремней. Пойдем. Вот. Парень посоветовал чуть подальше пройти, вот я его уже вижу, этот прокат. Он говорит, там есть много для детей велосипедов. Ну, соответственно, с детскими креслами там побольше выбор. Сейчас прям посмотрим. В кресле поедешь, да? Поедешь в кресле? Вот, здесь нормальное кресло. Сейчас мы все поставим. Тём, все, поедем, Тём? Да, да, наконец-то! Будем хочу снять! 200 рублей час с кресла. А если без кресла, то 150. Высоковат? Нормально, будем, берем? Вот, 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 ты с мамой поедешь. Я думаю, они все так
Да, стой, Родион. Так, Тём, все, сейчас мы оплатим, сейчас я поплачу, Тём, подожди. Короче, мы взяли велосипеды. Вот мы едем на них, Тёмка сзади сидит. Настенька нас уже там обогнала. Держись, Тёмка. Я 100 лет не ездил на велосипеде. Тём, ты хорошо, все нормально? Сынок, прикольно? Боишься? Да ладно. Здесь даже тормоза работают, смотри, это очень здорово. Очень здорово, что есть специальная велосипедная дорога. Оп-оп! С лежачими полицейскими, чтобы особо быстро не разгонялись. Перед отелями они лежат, перед входом в отель. Ой, как здорово. В том году мы так и не покатались. Так, у этого велосипеда нет звоночка, поэтому еще будем кричать. Дорогу, дорогу. Неопытный водитель. Ай, Тёма! Да. Ура, мы догнали Настю. Родион. Привет. А, чуть столб не врезался. Мы сейчас доедем прямо до самого последнего пляжа, до Адлерского. Там, где мы раньше отдыхали, где мы кушаем. Тоже выпуск посмотрите, ссылочка будет в описании. Покажем вам вот так вот набережную, что здесь есть. Смотрите, как здесь классно. Пар для детей. Извините, пожалуйста, а вчера права только получила. Я сама сегодня утром. А, ну нормально. Родионки, кабанки, как тебе? Помахши ручкой, ручка. Проезжаем Редисон. Как это не видел? Видел ты, сынок? Проезжаем отель Редисон. Здесь вечером очень-очень красиво. Есть вот такие вот тележки. Люди едут, а кто-то крутит. Кто-то, короче, отдыхает, а кто-то нет. Здесь очень здорово, смотрите, есть зоны Wi-Fi, почти, в принципе, на каждом нормальном пляже есть такие зоны. Поэтому дефицита с интернетом нет. Если вы вдруг приедете из другой страны, то ничего страшного. Ресторан 56-42. Так, держимся. Оп. Тоже очень здоровское заведение. Здесь по вечерам всегда ажиотаж, всегда полные посадки. И мы раза три пытались сюда попасть, и никак. Вот видите, смотрите, после каждого входа всегда лежачие полицейские. Оп. Ужасно неудобная сидушка на велосипеде. Мне уже срака болит. Дорожку сделали специально для велосипедов, а люди все равно стоят на ней, что-то торгуют свои, блин, как это, ладно, не буду материться. Ну прям это жесть вообще, вот специально дорога для велосипедов, есть пешеходный тротуар, нет же, блядь, все равно не ходят и создают вот эти вот аварийные ситуации. Поющий фонтан, сейчас он не поет, у него сел голос, но по вечерам, короче, он поет. Играет музыка, здесь очень красиво, собирается много-много. Людей, все слушают, там обстановка здесь замечательная. Здесь есть еще на набережной вот такие прекрасные виллы с классным видом на море. Стоят они, конечно, прилично. Чихана номер один. Мы здесь кушали, здесь достаточно здорово, кухня нормальная. Это чихана, друзья, чихана номер один, из Москвы в Сочи, с любовью.
доехали до нашего места. На вот этом пляже мы всегда раньше тусовались. Сейчас мы переехали на другой, потому что здесь, конечно, невозможно. Все в обзоре увидите. Так. Есть вот такие такси. Могут довезти куда угодно. Ресторан Магеллан. Мы еще неопытные в прокате велосипедов. Вот сейчас едем, смотрим, что у людей есть такие достаточно интересные модели с широкими колесами. Такие прям дельные. А нам достались какие-то, короче. Ну ладно, ничего. Первый блин всегда, всегда комом. Живая музыка. Центр серфинга. Здесь можно взять доску, в принципе, но они здесь на каждом углу. Снова здесь открыли прям палаточки. В том году их не было. А за палатками есть детская площадка с пляжным песочком, как мука. Опа, все здесь есть. Опять живая. Ой! Опять живая музыка. Вот пока вам рассказываю, видели, сейчас чуть не врезался. Потому что одной рукой управляю. Я вижу, ребята, сейчас здесь папа. Да, сынок. Я сейчас видел, как там дядя поет. Дай. Да. Я тоже видел. Ну, а у тех, у кого нет детишек, прокат велосипедов, конечно, он очень-очень обширный. Прям очень. Прям вообще там есть такие велики, на которых просто, я думаю, что даже мечтают многие покататься, потому что никогда не катались. Поэтому, если даже есть возможность, и вы с детьми, и у вас есть такая возможность где-то их припарковать на какое-то время, на часочек, обязательно сходите в прокат, выберите себе какой-то велосипед вашей мечты и покатайтесь. Вроде конец такой набережной, здесь тоже вот есть детская площадка. Дальше уже сейчас проедем, покажем, там уже, в принципе, Абхазия уже начинается. Это вот пляж бархатные сезоны, тоже достаточно такой интересный. Из чего вижу, чего нет на других, это водяной массаж. Вдалеке виднеется. Ну ладно, снимем потом. Еда, еда, еда. Все, еда, еда, вода. Велосипеды. Еще выделю один момент для тех, кто думает, как съездить на море и на море заработать денег. Ребята, если вы умеете петь, вы можете приезжать сюда смело и устраиваться в какие-то рестораны, заведения, где нужна живая музыка, либо какое-то диджейство, и здесь на этом зарабатывать. А вот вдалеке, вот уже вот первое здание, где сидеть, это уже Абхазия. Видите, российский пляж, он все заполнено. И дальше все, Абхазия. Граница. У нас, кстати, будет на канале целый ряд роликов, посвященных Абхазии. Мы поедем в Абхазию, наверное, на неделю, на две. Там поснимаем, будут классные выпуски, поэтому обязательно подпишитесь на канал. И лайк поставьте этому выпуску, мы сегодня просто катаемся. Смотрите, вот забор. И все, дальше начинается Абхазия. Вроде кажется, такая она длинная, а по факту, когда ты начинаешь ехать, то понимаешь, что она очень-очень не длинная. В общем, наш путь составлял от Олимпийского парка до границы с Абхазией. Осторожно, кто будет кататься, очень осторожно, маленькие детки катаются, ездят. Будьте всегда внимательными. Вот странная штука. Мы когда в Подольске жили, я Наське сколько раз говорил, давай купим велики. Нет, нет. А сейчас едет.
морда довольная. Сейчас я покажу, короче, ее вам быстро. Смотрите, какая она довольная. Видали, да? Вы видели ее лицо? Дорогу, вчера за рулем. Сдали велосипеды. Насте понравилось покататься? Очень. Насте понравилось очень. Тём, пошли те, пацаны. Я хоть доехала туда, куда мои ноги не доходили. Вот так вот. Доехали до границы. А теперь надо потом взять и еще в ту сторону кататься. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Мы отлично покатались, вам того же желаем, приезжайте на море, дышите классным морским воздухом, а лучше даже на Красную Поляну, в горы. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, мы вас всех любим, пишите в комментариях, о чем вам поснимать.